Здравствуйте, Александр Степанович, Советский спорт, Владислав. Можно два вопроса по бою Юбанк Гроувс? Давай. Первое, что у вас получилось на карточке, и второе, на мой взгляд, это был какой-то специфический вид бокса, один все время бил плечом, второй по затылку. Как вообще это оценивать, и как там должен был себя вести рефери? У меня получилось 116-112 в пользу Юбинга, как это ни странно. Вот. Но бой, конечно, был очень грязный. Единственное, как я думаю, почему они отдали туда, потому что, груз, конечно, был, мягко сказать, потехничнее, если так. А в принципе, бой очень грязный, никакого бокса такого чисто красивого, хорошего я не увидел. А то, что касается вот моего счета, то я просто, думаю... И думал, что вот если я судил там вот так, то, потому что так, как будем так говорить, шел вперед, больше ударов наносил. Чисто вот такими боксерскими, будем так говорить, судейскими критериями. Вот. Ну, а что получилось там? У меня тоже Юбанк победил, 115-113, и честно говоря, мне казалось, я еще Гроувзу что-то там подыгрываю. Там оба ничего не делали, особенно первую часть раунда, вернее, первую часть боя. То есть, судя по будем так говорить, драка есть драка. Как ты же не будешь его оценивать, как за технику, будем так говорить, не даются очки, правильно? Угу. Даются очки там все-таки. Такие, пускай они там не техничные, пусть они не правильные даже, не то, что неправильные, они неправильные, они некрасивые. Но они удары, они доходят до цели. Да. Вот мое мнение. Юбанк шел вперед, а Гроувз, в общем, этого даже не сделал, когда Юбанка потряс. Да, да. Все это как-то, понимаешь, конечно, технично вроде там как, но это же, надо выигрывать. Надо выигрывать. Мягко говоря, просто все выглядело странно. На ваш взгляд, то, что все трое удали Юбанку, это в принципе нормально по этому бою. Англичане, понимаешь. Они отдали-то этому самому. Они дали Гроувзу, но это нормальное решение, на ваш взгляд. Не скандал, в смысле. Я не думаю, что особый скандал будет, потому что англичане. У них, видимо... считалось, может быть, или как-то считается, что-то красивее, что ли, этот бокс, может быть, так. Смотри на фигурное катание прям. Да. Угу. Вот так. Ладно, спасибо большое.